Неплохо. Есть возможность сделать пас налево. И этот пас проходит. Подача. Очень неплохо. Удара по воротам пока нет, но и нарушение правил. Нарушение правил! И что, еще один пенальти? Баленсиага недоумевает. А что показывает арбитр? Ну, помимо желтой карточки. За что же нарушение правил-то? Пенальти! Ничего себе разогрев. Давайте смотреть. Что-то сделал Микель Баленсиага. Уж не рукой ли он там сыграл? Рукой сыграл вообще не он. Или он? Да нет, конечно, не он. Если он только не толкал своего соперника, рукой сыграл другой футболист. Больше того, футболист Сельты. Ну, покажите нам этот повтор поближе, чтобы мы уже окончательно удостоверились в том, что Веласко Карбали ошибся. Ну ладно, пенальти. Яго Аспас. Разбег. Удар. И гол. И все-таки гол. Мяч прошивает буквально перчатки голкипера Вальядолида. И Сельта снова выходит вперед. Дани Эрнандес не смог помочь, хотя мог. Но слишком уж идеальным получился удар Яго Аспаса. Так, нужно перебить, судя по всему. Нужно перебить. Учитывая, что Яго Аспас сейчас не очень-то уверенно исполнил пенальти, да? Да, вот видите, вбежал в штрафную площадь игрок Сельты раньше удара. Это было совершенно очевидно. Здесь без ошибок. Сейчас нужно, конечно, иметь железнейшие нервы, чтобы снова забить. Яго Аспас лидер, на то ему эти самые нервы и даны. Классно, классно исполнено. 2-1, Сельта выходит таки вперед. И Яго Аспас делает дубль. 2-1, 30-я минута. Хороший матч, между прочим. Очень хороший. 8-й гол в чемпионате Испании нынешнего сезона Яго Аспаса. Конечно, это лидер команды, конечно, это чуть ли не лучший игрок, но посмотрите, что произошло. Посмотрите, что там было. Если арбитр назначил пенальти за игру рукой, то игра рукой была у другого футболиста. У футболиста Сельты, а вовсе не у Баленсиаги. Если был назначен пенальти за нарушение правил, то вполне вероятно, толчок действительно имел место. Но, по-моему, режиссеры акцентируют внимание как раз на игре рукой. И это будет предметом обсуждения в дальнейшем.